Здравствуйте, друзья! Батальон «Юг» – одно из наиболее прославившихся за последнее время подразделений так называемого чеченского спецназа, уже не раз покрывшим себя воинской славой. 249-й отдельный специализированный моторизованный батальон, входящий в систему Росгвардии, создан был еще в далеком мае 2006 года. Насчитывает свыше 1000 хорошо обученных бойцов. Батальон формируется добровольно на контрактной основе из числа жителей Чеченской Республики. Кандидатов сюда отбирают на жесткой конкурсной основе после непростых испытаний и тщательной проверки в МВД и ФСБ. В задачи батальона входило вскрытие секретов боевиков, обнаружение и дальнейшая успешная нейтрализация их самих. Ныне ребята отвечают за патрулирование местности, охрану дорог и важных стратегических объектов. За время своего существования батальон «Юг» выполнил около 7 тысяч различных задач по поддержанию мира в Чечне и всей России, а также за пределами нашей страны в качестве военной полиции в Сирии. 63 бойца батальона награждены орденами мужества. В том числе 24 своих наград более никогда увидеть уже не смогут. Командир батальона, подполковник Хусейн Межидов, с 2006 года всю свою жизнь и боевую карьеру служащий в российских силовых структурах. Неудивительно, что батальон «Юг» так опасаются все враги России при одном его появлении, разбегающейся на утёк. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.